30-летняя женщина из Техаса стала самой старшей обладательницей степени магистра. Минни Пейн окончила университет Северного Техаса и получила степень магистра междисциплинарных исследований через 73 года после окончания средней школы. Пейн рассказала, что она в восторге от этого, а обучение проходило полностью онлайн. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Атака на шахты Торецка и многоэтажки Киева. Есть погибшие и пострадавшие. Я займався ремонтом, как бы, знаєш, у нас дуже потужне, гарне ПВО. Займався ремонтом, відчув вибух. Пригожина заказал Патрушев. Глава Совбеза посчитал, что тот перестал уважать власть Кремля. В начале августа, когда большая часть Москвы ушла в отпуск, Патрушев в своем кабинете в центре Москвы отдал приказ своему помощнику приступить к разработке операции по ликвидации Пригожина. Международный скандал. Z-писатель Прилепин решил денацифицировать Узбекистан, чтобы решить проблему с мигрантами в РФ. Так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь. Они уже проголосовали даже за это. Приветствую вас, дорогие подписчики! Если вы нас смотрите сейчас, обязательно поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! 24 из 28 дронов сбили силы ПВО минувшей ночью над Украиной. Российская армия атаковала многоэтажку Киева. Два человека пострадали. Дрон попал в техническое помещение на крыше. Обломки беспилотника частично разрушили несущие стены в трех квартирах между 24, 25 и 26 этажами. Еще в трех квартирах были выбиты окна. В одной из квартир возник пожар. В Дарницком районе также обломки упали на недостроенный двухэтажный частный дом. Возник пожар, но обошлось без пострадавших. Вже лягли спати, дитя спало, злякались з переляку. Ми почули піке, скажімо так, звук цього мопеда, шахеда цього, і потім удар, вибух, і полетіли щіпки. От, повибігали, поховалися. Слава Богу, без жертв, тільки жалко цих дітей, що вони лякаються і, на жаль, страждають. Я займався ремонтом, як би, знаєш, у нас дуже потужне, гарне ПВО. Займався ремонтом, відчув вибух, там вже почав, там, ну, правило двох стін, тому що сховище у нас, так скажемо, мені дуже далеко спускатися, з ліфтами у нас там проблема, поставили якісь ключі на них. Потім вже спускалися сховище. В Торецькій Донецькій області армія РФ в рамках особого неравнодушия к жителям Донбаса сбросила 4 авіабомби на шахти. 3 человека погибли, 6 ранены. В одной из шахт горняки не могли несколько часов подняться на поверхность из-за обесточивания. 2 бомбы попали по территории одной из шахт Торецка. Погиб 1 человек. Еще 2 получили ранения. Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка. Они уже подняты на поверхность. На территорию другой шахты попали еще 2 авиабомбы. 2 человека погибли. 3 ранены. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование. Полиция проводит следственные действия, открыто уголовное производство. США начали срочные переговоры с союзниками о передаче Украине 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Администрация Джо Байдена настаивает, чтобы Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония разработали стратегию к годовщине вторжения 24 февраля будущего года. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Министры финансов, руководители центральных банков, дипломаты и юристы экстренно ищут способ, как это сделать в правовом поле. Ранее о том, что страны Большой Семерки активизировали переговоры о передаче Украине части замороженных российских активов, писала газета Financial Times. Конфискация активов Центрального банка России является политическим решением. Если у нас есть достаточно политической воли со стороны стран G7, в том числе Штатов и ЕС, которые наиболее осторожно в этом процессе, соответственно, у нас есть все шансы, чтобы этот процесс ускорился, и мы действительно увидели не только иммобилизацию суверенных активов России, но и их конфискацию, поскольку сейчас они только заморожены, но не конфискованы. И должен быть следующий шаг, для которого нужно необходимое законодательство принять. И, собственно, вы правильно заметили в своем сюжете, что одним из таких ключевых драйверов того, что начало меняться отношение и Штатов в том числе,
Это турбулентность на фоне поддержки финансовой Украины, поскольку сейчас критически важно обеспечить финансирование бюджета Украины. И, соответственно, мы видим заминку со стороны ЕС и со стороны Штатов. Соответственно, это выступает дополнительным драйвером, чтобы страны более активно искали решения в пользу того, чтобы эти активы были конфискованы. Убийство Евгения Пригожина организовал Николай Патрушев. Сенсационное расследование Wall Street Journal. Глава Совбеза предупреждал Путина, что ставка на Пригожина в войне с Украиной дает последнему все больше влияния. Однако Путин его не послушал, так как ЧВК «Вагнер» добились успехов на поле боя. Источники в американской разведке сообщили журналистам, что Патрушев доказал, что он верный вассал режима, а его сына Дмитрия даже называют вероятным преемником Путина. После многочисленных критических откровений главаря вагнеровцев, глава Совбеза РФ Патрушев решил, что тот перестал уважать Кремль, а после мятежа начал разрабатывать план убийства. Путин знал о нем, но не стал возражать. В начале августа, когда большая часть Москвы ушла в отпуск, Патрушев в своем кабинете в центре Москвы отдал приказ своему помощнику приступить к разработке операции по ликвидации Пригожина. Несколько недель спустя, после турне по Африке, Пригожин ждал в московском аэропорту, пока инспекторы безопасности завершали проверку самолета. По словам представителей западной разведки, именно во время этой задержки под крылом была заложена небольшая бомба. Сопредседателями избирательного штаба Путина стали актер Машков, главврач московской больницы Марьяна Лысенко и спикер парламента так называемой ДНР Артем Жога. Все трое похвастались тем, что царь спустился с небес и позвонил им с просьбой лично. На выборы Путин пойдет как самовыдвиженец, поэтому ему нужно будет собрать 300 тысяч подписей. Именно Жога возглавил бутафорское представление в Кремле, где просил диктатора продолжить править. Артем Жога – отец донецкого сепаратиста и боевика Владимира Жоги, который погиб в прошлом году. Теперь в РФ развернули кампанию по героизации преступников и псевдореспублик. Все это была такая кампания, призванная, в общем-то, как-то приблизить эмоционально эти территории к большой России. Поэтому и в школах начали про них рассказывать, какие-то открытые уроки проводить. Потом пошла волна ветеранов, которые приходили на классные часы и тоже рассказывали про то, какие замечательные войны существуют на этих территориях. И, в общем-то, началась такая вот индоктринация, да, нашей школы этой историей. А кто такие люди на самом деле? Здесь можно очень коротко про них сказать. Это, в общем-то, люди, мало имеющие отношение к нормальным вооруженным силам. Это люди непрофессиональные военные. Это люди, мягко говоря, промышлявшие, в том числе и преступным, в том числе и преступным зарабатыванием денег, когда это было, когда на территории ДНР и ЛНР, так называемых, был полный хаос. Мы можем вспомнить про Спарту и Гиви, которые очень много, занимались тем, что сбывали краденое, краденое. То есть те вещи, которые оставили уехавшие жители Донецка, Гиви, Моторола, прибирали их к рукам и реализовывали. На этом, в общем-то, неплохо зарабатывали. Российский Z-патриот Прилепин снова влип в скандал. Украины пропагандисту оказалось мало, и он собрался присоединить к РФ еще и страны Центральной Азии, а жителей принудительно обучать русскому языку. Так Прилепин видит решение конфликтов с мигрантами. Будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже за это. В ответ советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев послал Прилепина вслед за русским кораблем. А МИД Узбекистана вызвал на ковер для объяснений российского посла. Потому что высказывания Прилепина не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между странами. Российский посол ответил, что высказывания писателя даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства России. Оправдываться за пропагандиста Прилепина пришлось даже пропагандистке Захаровой.
Высказывание российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия», патриота «За правду» Захара Прилепина о трудовой миграции в РФ и связанном с ней присоединении территории Узбекистана к России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы. Число доносов в РФ бьет рекорды. В российские суды с начала этого года поступило не менее 70 дел о госизмене и конфиденциальном сотрудничестве, сообщает правозащитная организация «Первый отдел». Медиазона также подсчитала, что в этом году фигурантами дела о госизмене стали как минимум 101 человек. Многие материалы дел помечены как скрытые, и реальное количество обвиняемых может быть гораздо больше. С начала года было возбуждено более 100 дел о госизмене, и их количество продолжает расти. Порог чувствительности у силовиков стремительно снижается, и государственной изменой стали признавать пересылку украинских новостей, перевод нескольких сотен рублей или желание уехать из страны. Отдельного внимания заслуживают провокации, поскольку это сигнал, что от ФСБ требуют показателей, больше людей, отправленных в лагеря за госизмену. Зет-блогеры и православные активисты пишут жалобы в МВД и Следственный комитет из-за голой вечеринки Насти Ивлеевой. Организации 40-40, Зов народа, а также депутат Госдумы Мария Бутина и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина очень сильно возмущены нарушением скреп и накатали доносы в МВД и прокуратуру из-за вечеринки в московском клубе «Мутабор». На тусовке были заметные фигуры российской поп-культуры, которые поддерживают войну, впрочем, это им не мешает веселиться. Пили, танцевали полуголыми Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган, Лолита и Ксения Собчак. Дресс-код мероприятия был обозначен как «almost naked», почти голый. Это было всегда и во все времена. Мир очень разный. В одной его части люди умирают с голода, в другой режут друг друга, в третьей летят бомбы, а в четвертой люди в красивых платьях получают премию «Оскар». И все это происходит в один момент. Да, и где-то в этой вселенной происходит и эта тусовка Насти Ивлеевой. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!